Вітаю, Славутичан. Сьогодні ми продовжимо вас знайомити з депутатами. У нас в гостях Олена Соколова, це новообраний депутат. І ось що відомо про неї. Олена Соколова – політична партія «Опозиційна платформа за життя». Рік народження – 1971. Освіта вища, заміжня, має 3 дітей. У Славутичі проживає з 1994 року. Заступник директора товариства з обмеженою відповідальністю, управляюча компанія «Комфорт Плюс». Депутатка 8-го скликання. Вітаю, пані Олено. Власне, з якими думками, з якими планами ви балотувалися в депутати? От що ви хотіли, можливо, щось змінити, на щось вплинути? Які були ваші думки? Добрий день. Или доброе утро, смотря во сколько будет идти наша передача. Ну, в депутаты я шла осознанно, потому что у меня есть опыт во многих сферах, в принципе, жизнедеятельности города Славутич, а самое главное, есть желание, желание работать. И то, что у нас в Славутиче, это замечательный наш маленький город, который нужно сохранять, развивать, ну, приумножать во многих сферах. Поэтому, так как есть желание, силы, и я, в общем-то, неравнодушный человек, поэтому, ну, я и пошла в депутаты, чтобы, так скажем, изнутри можно было на что-то влиять, решать и действовать, да, скажем так. Угу. А чи змінилася ваша думка, коли ви стали депутатом, взагалі про роботу депутатів? Да, в общем-то, наверное, и нет. Потому что, ну, депутаты, скажем так, это законодательная власть, да, мы, ну, принимаются определенные решения, есть определенные исполнители, кто должны это делать. В общем-то, как для себя я всегда думала, что, да, законодатели, исполнители, но это одна ветка, и ее нужно отслеживать. Если просто принимать решения и не отслеживать их дальнейшую судьбу, ну, тогда, наверное, бессмысленно вообще что-либо принимать. Угу. Потому что четкий контроль за выполнением решения, ну, решений всевозможных, он должен быть. Один депутат, на вашу думку, може якось кардинально вплинути на долю міста? Чи це робота все ж таки колективна? На мой взгляд, это коллективная работа. Один в поле не воин, нас большая команда, ну, нас только 7 с блока ОПЗЖ. И с других блоков тоже, как бы с других партий, много депутатов. Но работа должна быть слаженная. Невозможно тянуть одеяло только на себя. Мы самые главные, мы самые важные. Здесь главные не мы, а главный город. Поэтому нужно отбросить все, что, в принципе, мы и сделали. Отбросили какие-то свои амбиции для того, чтобы работать в городе. Потому что если бы мы этого не сделали, ну, наверное, до сих пор бы и стояла работа всего городского. На вашу думку, як ви відчуваєте, чи є співпраця зараз злагоджена усіх депутатів, чи все ж таки якісь окремі партії, окремі групки якісь збираються? Поки на сьогоднішній день є. Тобто є група депутатів, які об'єднались, і вони во многих вопросах, ну, мабуть, блокують навіть роботу. Такой слаженной работы единым коллективом, единым организмом, ну, пока, во всяком случае, не наблюдается. Но у нас идет сейчас только 3-я сессия, будем надеяться, что через пару сессий все-таки мы сможем собраться и единым организмом, скажем так, работать. Угу. Ви є головою бюджетної комісії. Що можете сказати про цьогорічний бюджет? Чи вистачить нам на все коштів? Бюджет тяжелый, денег не очень много, скажем так, в городе. Есть основные моменты, которые, ну, мы обязаны, да, скажем так, защищать. Согласно закону, согласно, ну, даже чисто человеческой, да, точки зрения. Мы должны защитить образование, и мы его должны в полной мере, скажем так, финансировать. Мы должны защищать нашу медицину, все то, что необходимо для города. Наши пенсионеры, люди пожилого возраста, должны себя тоже чувствовать защищенными. Наши дети тоже, как бы, ну, мы необходимо их развивать. Поэтому то, что у нас есть и школа искусств, и спортивная школа, и общеобразовательная, это только плюс нашему городу. Не во всех местах это все сохранено и функционирует.
У нас, наверное, только ленивый ребенок не может ничем заниматься, потому что сфер, начиная от кружков, заканчивая действительно всеми школами, ну, только вот приложи желание, и тебя научат всему, скажем так. Угу. А от ви, власне, аналізували для себе, можливо, в бюджеті є якісь витрати, які б ви б скоротили або навпаки збільшили на щось кошти? Увеличить хочеться на все. Начиная от дорожек, освещения. Ну, это, наверное, одна из больных сейчас тем у нас в городе, потому что городу много лет. Все приходит, ну, в негодность, да, скажем так. Ремонтировать надо все. Но так как денег на все не хватает, поэтому, ну, приходится выбирать, наверное, что важнее на сегодняшний день. Очень хочется заниматься всем и сразу, но чудес на свете не бывает, к сожалению. А можливо, десь скоротили б такі витрати? Ну, або якось трошки зменшили? Не получилось у нас, да. Нет, ну, где-то мы сократили, да. Я человек дотошный, как меня Елена Владимировна Радченко назвала, да. Но это действительно так, я дотошный. Мой мир цифр. И цифры я люблю. Цифры никогда не обманут, не предадут, если ты к ним будешь тоже уважительно относиться. В каких-то моментах мы, в принципе, при принятии бюджета мы сократили расходы. И, ну, так сократили, наверное, ну, 1700. Реально. То есть вот как бы сократили, и это у нас в плюсе осталось. То есть мы можем их дальше использовать на какие-то нужды города, ну, первоочередные, скажем так. Какие-то у нас споры были сократить сейчас, но не получилось. Большинство депутатов приняли решение, что это нужно оставить. Будем смотреть. То есть, но нельзя жить только... Ну, это мой взгляд. Нельзя жить только на налоги. Мы не должны быть потребителями и тратить то, что к нам приходит. Сегодня налоги есть, завтра их нет. Бюджет может меняться от нуля до миллиона, до миллиарда и так далее. Нам нужно, в принципе, просто подумать, как мы можем такой маленький город, как мы, используя опыт тоже других городов изучения, каким образом нам, ну, стать независимыми, наверное, от налогов. То есть наполнение бюджета, ну, еще с каких-то других сторон. А це можливо, на вашу думку? Если разумно, рационально подойти, да. Но смотря что использовать. Скажем так, другие депутаты, я смотрела все интервью, говорили про развитие туризма, кто-то про что-то, да. Это все замечательно. Но для того, чтобы это развивать, скажем так, нужно сначала просчитать. Что, откуда мы начинаем и к какой точке мы должны прийти. Мы должны посмотреть, провести, наверное, все-таки статистический опрос. Ну, статистические данные собрать. Нужно, будет ли это востребовано? Потому что то, что у нас есть, у нас замечательная архитектура, да, она уникальна. Но нигде такого нет. Да? Не то, что в Украине, нет в мире, наверное, такого города, как наш. Он уникален. 15 республик Советского Союза его строили. Каждый квартал отдельно. То есть, где нужно что-то, может быть, вложить, чтобы еще больше привлекательность создать. Разработать маршруты, посмотреть, где это, кому нужно. Потом у нас есть изюминка, ну, одна изюминка, да, это, ну, наверное... если посмотреть, возможно, она, ну, и не очень позитивная изюминка, да, наша авария на ЧАЭС. Но пока это наш плюс, и мы должны его использовать, да, на полную программу. Потом у нас, вот как я и говорила, что и школа искусств, и детская спортивная школа, и у нас же есть даже, ну, конное отделение, да, скажем так, в детской спортивной школе. Почему бы нам не подумать и не использовать это, ну, в направлении, допустим, каких-то летних лагерей. Ну, я образно говорю, да, то есть мы же можем и мастер-классы какие-то делать и так далее и тому подобное. То есть и это же будет плюс. Хотя поначалу, ну, на мой взгляд, мы должны сначала вложить, чтобы получить там невозможно сиюминутного обогащения или сиюминутного наполнения. Дело рук утопающих – это только вытягивать самого себя. То есть никто нам не поможет. А в сегодняшней ситуации вообще в мире во всем, да, с коронавирусом экономика везде падает, везде доходы падают и так далее. Мы сами должны себя спасать и сами себя развивать. Но для этого нужно желание всех. Невозможно быть
ну, просто потребителем. Вот я пришел, вы мне должны сделать. Ну, чудес на свете не бывает. Мы в первую очередь сами должны захотеть себя спасти, скажем так. Угу. Серед ваших колег-депутатів є багато директорів комунальних підприємств. От на вашу думку, така тенденція, чи не впливає вона на ефективність їх управління цими комунальними підприємствами? От на вашу думку, як це впливає? Це позитивно чи навпаки негативно? Ну, це залежить від чоловіка. Якщо сам чоловік може сказати «ні», ну, у мене трохи інша точка зору. Они зависимы от городского головы, потому что у них контракт. Да? То есть здесь шаг влево, шаг вправо равносильный расстрелу, на мой взгляд. Потому что свою точку зрения не всегда можно сказать, можно лишиться работы, можно лишиться контракта. Поэтому, ну, здесь надо очень быть таким человеком, который может сказать твердое «нет», чтобы отстоять свою точку зрения. Но в то же время оно не всегда, наверное, возможно. И выделяя деньги на что-то, получается, ты выделяешь, ты принимаешь решения по своему предприятию и сам же их исполняешь, ну, не совсем логично, угу. На мой взгляд. Ви заговорили про освітлення там буквально там декілька хвилин тому. От, власне, як ви оцінюєте нове освітлення, яке існує в місті, енергозберігаюче, так би мовити? Чи дійсно воно дає нам можливість зекономити? Економія є, наскільки я поняла, посредством. Ну, не зовсім, мабуть, до кінця його зробили, тому що питання є, не дуже ярко світять фонарі. То есть, ну, наверное, это вопрос к самому исполнителю этих работ, у кого мы их заказывали. Поэтому просто нужно с ними отработать этот момент, чтобы они исправили то, что произошло. До прикладу, також про освітлення звертаються постійно у тому ж Фейсбуці мешканці Добринського кварталу. Як вирішується депутатським корпусом в цьому напрямку? Чи ведеться робота, чи ні? Ну, вот сейчас мы взяли небольшой перерыв. Скажем так, чтобы, ну, как сказать, наверное, провести инвентаризацию наружного освещения, то есть посмотреть, какие фонари необходимо сделать, какие могут подождать немножечко, да, какие нужно восстановить, потому что просто упали столбы, сгнили, и это не так и дорого будет стоить, то есть поставить новый столб, поставить сверху торшер, и оно будет дальше работать. Поэтому в этом работа направлении ведется. Но не все сразу. За один год, конечно, невозможно оселить весь город, но будем стараться, конечно. Свого часу ви працювала в житлово-комунальному центрі, зараз є частиною управляючої компанії «Комфорт Плюс». От скажіть, які проблеми саме в цій сфері діяльності в місті існують? І як їх вирішити? В житлово-комунальній сфері. Які проблеми? Ми ж бачимо, що в нас там десь фасади обшарпані, так? Десь протікають дахи, і все це, в принципі, в один момент виходить з ладу. А тому що у нас город строївся однодневно, поэтому і весь город приходить в износ теж одновременно. А все упирається тільки в деньги. Були б деньги, можна було зробити і фасади, і крыши, і все остальное. Но делается сейчас то, что очень нужно, это аварийно, чтобы людям на голову не бежало, это крыши. В прошлом году за счет местного бюджета была сделана одна крыша на одном из домов, где мы являемся управляющей компанией. К сожалению, ну, невозможно оселить весь город, потому что стоимость крыши от 100 тысяч и выше. Ну, по-разному бывает. Поэтому я считаю, все деньги, но сейчас же поменялась система управления, то есть жители являются управляющими своих домов, да, то есть они могут или самостоятельно это делать, или через управляющие компании, но тратить деньги на ремонт жилого фонда только то, что мы скопили, сами живя в своих домах, а это сложно. І трошки про енергоефективність. Багато з жителів стали утепляти свої оселі. Чи не планують масового такого утеплення наших будинків або якісь програми, де було б співфінансування з місцевого бюджету і від жителів? Я поки не буду нічого говорити на цю тему, тому що ми поки дивимося всі варіанти, які можливі. Тобто озвучити можна те, що вже в итоге вийшло, те, що буде працювати. А говорити голословно я не люблю.
Багато також мешканців будинків багатоквартирних поставили лічильники опалення. Потім, через певний період часу, їм раз на квартал приходить квитанція за обслуговування цих лічильників і повірку. І мешканці, в принципі, обурені, чому вони мають це робити, бо це ж якби навпаки краще для ОЖКХ, вони можуть контролювати кількість кіловат. От ваша думка, чому вони мають сплачувати саме жителі? А таков закон. По расчету тарифов. Здесь мы не можем никак влиять. Но здесь есть два варианта. Или заложить данные затраты на обслуживание счетчиков в тариф тепловой энергии, то есть на отопление, либо просто отдельной квитанции. Но было принято решение отдельной квитанции, чтобы не было, чтобы больше прозрачности было, чтобы люди видели. И раз в квартал, ну цифры, я дома получаю 18 гривен. Я считаю, это не так много. І трошки повернуся до бюджету. Чи закладені в цьогорічний бюджет якісь витрати, наприклад, на масові, на якісь великі проєкти, на реконструкцію, там, як от, наприклад, в минулому році була реконструкція парку, або, можливо, щось нове в місті з'явиться, можливо, реконструкція площі? Щось заплановано таке грандіозне? Давайте скажемо так, я... розумний чоловік, да? Якщо бюджет тяжелий, значить ми повинні вибирати. Что первоочередность финансирования, что вторая, что третья, что четвертая очередь. Поэтому я художник, я так вижу, наверное, уже не получится такого сделать. У нас очень много вкладывалось и рассматривалось именно на реконструкцию парка, да, то есть центральной площади. Это надо делать, никто же не говорит, что этого делать не надо. Но нужно ли это делать в этом году? Это большой вопрос. У нас очень много, вообще практически ничего не вкладывалось в сами квартала. Но мы же с вами живем в кварталах, мы же не живем на центральной площади. И тем более центральная площадь, там совершенно в другой источник финансирования была заложена реконструкция площади. Будем надеяться, что все-таки у нас получится привести эти деньги в город, скажем так. Поэтому у нас, мы вышли с предложением, скажем так, ОПЗЖ, на реконструкцию кварталов, ремонт кварталов, начиная от дорожек, освещения, бордюров, то есть всего. То есть зашли в квартал, сделали все полностью, следующий год перешли в другой квартал. То есть чтобы не были деньги размазаны какими-то кусочками, кусочек там, в итоге конечного результата оно не видно, а зайдя в квартал и сделав его целиком, полностью, будет уже видно все, то есть и в следующем году, то есть жители будут видеть, что оно делается. То есть они будут знать план работ, то есть каким образом в следующие кварталы будут. И уже, наверное, во-первых, ажиотаж в городе снимется, что будет видно, что это все действительно делается, и есть план, и увидят, в каком году, допустим, там запланировано все. И это более рациональное использование денег. І не можу не запитати про медичну сферу. Ваше відношення до ситуації, яка склалася навколо, взагалі з медициною в місті Славутичі, і чи розглядають депутати можливість співпраці із тим же Славмедом і потім якусь компенсацію їм за ці послуги? А яку компенсацію може йти річ? Ні, якщо замовляти в них якісь послуги, якщо там немає там якогось вузького професіонала, спеціаліста, так? Смотрите, як у нас говорять медики, согласно даній реформі, деньги ходять за пацієнтом. Поэтому независимо от того, куди пацієнт прийшов, деньги прийшли вслед за ним. Но моя точка зрения, частная медицина – это замечательно. Каждый может выбирать, но нашу медицину славутическую мы сделать должны на таком уровне, чтобы бесплатная медицина, она условно бесплатная, да, то есть, потому что придя в Славмед, мы еще платим дополнительно, помимо того, что у нас какой-то пакет за нами ходит из государственного бюджета. Медицина должна быть достойна в обоих направлениях, и она должна развиваться. Поэтому здесь наша медсанчасть, на мой взгляд, да, должна не от того, что они могут дать людям, а от того, что людям нужно от них. Поэтому здесь развернуться надо на 360 градусов. И те пакеты, которые нам нужны, нам, жителям, в первую очередь,
Как мы просили в прошлом году, когда вот еще начиналось это все, да, еще был другой директор коммунального предприятия. Я участвовала в нескольких круглых столах, Елена Владимировна Радченко участвовала, я участвовала. Мы просили посчитать именно пакетами, то есть сколько будет пакет, какое оборудование у нас есть, то есть оценить реальные возможности, какое оборудование есть, что сюда нужно докупить, чтобы мы этот пакет запустили, и люди со спокойной душой приходили в нашу медсанчасть и действительно получали качественное медицинское обслуживание. Ведь мы не должны, я считаю, сосредотачиваться только на пациентах нашего города, на жителях. Если деньги ходят за пациентом, почему мы должны ехать в Чернигов? А почему не Чернигов должен ехать к нам? Тоже же, это же зарабатывание денег. То есть, соответственно, мы должны создать такие условия. И в первую очередь руководство медсанчасти должно захотеть это сделать. Это от них зависит. Потому что наши врачи, средний медицинский персонал, младший медицинский персонал, они все понимают, они все жители практически нашего города. Они хотят работать. Но для этого нужно создать условия. А если только все на частную медицину, я считаю, это неправильно. У каждого человека должен выбор. Большинство жителей нашего города не может себе позволить дополнительные траты, к сожалению, в частную медицину обращаться. Поэтому они имеют право, и мы обязаны им это предоставить согласно закону. То есть что у нас же медицина вроде бы как бесплатная. Поэтому здесь должны в первую очередь наша медсанчасть пойти на то, чтобы, наверное, переломить себя и заставить самого себя работать, скажем так. В первую очередь руководство. Я не говорю про тех, кто нас действительно лечит и принимает. Потому что у них-то как раз желание работать есть, и развиваться есть, и обучаться новым специальностям. У нас сегодня нет некоторых специалистов, и это страшно, к сожалению. И очень многие врачи, скажем так, да, они хотят получать, куда-то пойти, пройти курсы, то есть и еще дополнительно все это. То есть, здесь надо смотреть. Но, на мой взгляд, здесь, наверное, даже больше желание руководства города, то есть заставить. Если не хочет руководитель, то, наверное, он плохой руководитель, его нужно поменять. Угу. І останнє питання. На вашу думку, яка найголовніша проблема у Славутича? Ми, мабуть, стали равнодушними к окружающим себе, к сусідам, к людям, к своєму городу. Мабуть, нам треба в першу чергу це переломити. Невозможно требовать от кого-то, если ты сам ничего не сделал. Я не считаю зазорным, например, взять лопату и пойти садить цветы. Почему нет? Если я могу это сделать, это городу принесет радость. И жителям принесет радость. И моим соседям, и окружающим меня людям. И я садила это, работая в жилищно-коммунальном центре. И я это делала, потому что, даже у вас картинка на сегодня, это моих дел рук. То есть возле Белого Ангела, то есть и арки, и зонтики. То есть это моя придумка, мое исполнение, скажем так. И мне это приносит радость. Я когда иду и вижу это все, может, кому-то и не нравится, но оно ж пока стоит, и оно пока украшает город. Если кто-то придет с другой идеей, почему нет, если она будет замечательная? Добре, дякую вам за таку бесіду. Дякую вам за те, що ви до нас завітали, за те, що так відверто відповідали на наші питання. І дякую славутичанам за увагу. До побачення. Спасибо, что пригласили. Большое спасибо. Надеемся, будем работать.